Одним из самых обсуждаемых вопросов было проведение в день города 17-й Прокопьевской ярмарки. В этом году по всему городу были организованы тематические площадки, которые привлекли большое количество устюжан и гостей города, отметили в администрации. Организаторам удалось провести праздник на высоком уровне. Хочу сказать огромную благодарность, огромное спасибо всем тем, кто принимал участие и в организационных мероприятиях, и непосредственно в день праздничных торжеств участвовал. На высоком уровне все было проведено. Специально старались мы организовать жителям Великого Устюга настоящий праздник. Мне кажется, нам это удалось. Но не все оказалось так гладко, пояснил руководитель отдела Роспотребнадзора Валерий Коноплев. За время проведения Прокопьевской ярмарки специалистами надзорного ведомства были выявлены нарушения со стороны местных и приезжих юридических лиц и предпринимателей. Показав хорошую санитарную культуру в прошлом году, начиная с масленицы, наши предприниматели начали расслабляться. Значит, это и торговля без продуктами питания, без сопроводительной документации, некоторые без соблюдения условий для соблюдения правил личной гигиены, отсутствие умывальника. Затронули на совещании и вопрос поступления налогов, а также состояние задолженности на 1 июля текущего года. По словам начальника межрайонной налоговой службы Натальи Митрофановой, специалистами инспекции проводится большая работа, в результате чего практически по всем видам налогов отмечается увеличение платежей. Так, налог на прибыль увеличен с платежей в 2 раза, налог на доходы физических лиц на 11%, акцизы на 2,5%, НДС на 5,1%. Снизились платежи у нас по налогу на имущество юридических лиц. Но тут у нас фактор тот, что казенное учреждение управления автомобильных дорог Вологодской области поменялась налогооблагаемая база, и поэтому налог по этому учреждению по налогу на имущество юридических лиц снизился практически на 3 миллиона рублей. Непростой остается на территории района обстановка с пожарами. С начала года зарегистрировано 22 очага возгорания, один из них лесной. Печальная статистика также неутешительна. В пожарах погибли 5 устюжан, отмечают огнеборцы. Спасены 2 человек, а также материальных ценностей на сумму более 15 миллионов рублей. На сегодняшний день разработан и выполняется план по снижению негативных показателей и проводятся психологические мероприятия на снижение пожаров. В основном это рейды, обход вручение памяток, проведение инструктажей. Так, основные причины пожаров, которые это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации устройства печей отопления и неосторожное обращение с огнем. Большая часть это нетрезвое состояние. Многих устюжан волнует вопрос, почему не продолжается ремонт улицы Гленинская. Уложив нижний выравнивающий слой, дорожные службы прекратили ремонтные работы. По словам начальника Великоустюжского ДРСУ Александра Сорокина, капитальный ремонт дорожного полотна возобновится после 20 августа. Почему так поздно? Потому что мы не можем сейчас остановить работы по Кызгородецкому району, это уровень котла. Потому что губернатор в субботу под личный контроль взял выполнение вот, работы этих по контракту. Поэтому мы пока там не закончим, не можем сюда вернуться. Но все нормально, после 20-го верхний слой, я думаю, что за неделю мы делаем. Поговорили на совещании и об оценке условий труда. До 31 декабря всем работодателям необходимо провести спецоценку на рабочих местах. На 1 июля этого года, по данным Федеральной государственной информационной системы, эта процедура завершена на 48% рабочих мест. За оставшиеся 5 месяцев работодателям региона необходимо успеть ее завершить. По специальной оценке условий труда в современных нормативно-правовых актах понимается комплекс мероприятий, посредством которого выявляются факторы производства, классифицируемые как вредные или же опасные с точки зрения воздействия на организм сотрудника предприятия. В соответствии с положением закона о специальной оценке условий труда, ее проведение и финансируемое лежит на работодателе. Но самостоятельно проводить данную процедуру работодатель не может. Для этих целей обязательно привлекается сторонняя аккредитованная организация.
На территории области в настоящее время существует 4 аккредитованных организации, имеющие право провести оценку условий труда. Сейчас на их услуги уже наблюдается ажиотаж. Более подробную информацию, а также контакты компании можно узнать в администрации района. Андрей Жилин, Антон Карев, новости провинции.